Май 2018 года. Покинули лагерь, едем на мемориал Новая Малукса похоронить найденных нами солдат. Народ при параде, флаг на выпуск, машина летит. Отличный день. Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, открывает глава администрации муниципального образования Мгинское городское поселение Станислав Казимирович Соколовский. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые земляки, уважаемые бойцы поисковых отрядов, уважаемые гости, от имени администрации Мгинского городского поселения поздравляю вас всех с этим великим праздником, Днем Победы Советского Народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В нашей памяти навсегда останется подвиг советского народа, оставивший независимость и свободу нашей Родины. Я желаю вам всем благополучия, крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Разрешите митинг, посвященный Дню Победы, считать открытым. Наши дети, внуки, правнуки. Одной минутой молчания, чтоб в тишине вернее смогли припомнить горечь ожидания всех не вернувшихся с войны. Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей, любимых. Склоняя головы перед их светлой памятью, освободим сердца от гнева и жестокости. Вспомним, что мы сыны и дочери великого народа, и будем достойны его. Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на алтарь человечества. Почтим минутой молчания их память. Thank you.
Сегодня день воспоминаний, и сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о подвиге и доблести отцов. По данным Российского комитета ветеранов войны, более полумиллиона солдатов и офицеров Великой Отечественной войны до сих пор считаются пропавшими без вести. Восстановить имена и судьбы солдат, восстановить социальную справедливость забытым защитникам Родины полного государства. Эту государственную задачу на территории муниципального образования МГИС то, что мы не видим. Победа в этой войне досталась нашему народу справедливо. И священная обязанность потомков отдать дань уважения. Для передачи личных вещей родственников павших бойцов приглашаю. И по счастливой случайности, удивительное, наверное, стечение обстоятельств, родственники нашлись буквально сразу же. И они смогли приехать сегодня к нам. Мы говорим огромное спасибо вам за то, что вы храните память о солдате в своей семье. Мы хотим передать вам рамку с бланком медальона, с личными вещами Аркадия Алексеевича, для того, чтобы эта память продолжала жить в вашей семье. И слава Богу, что еще один солдат вернулся домой. Приветствую всех в этот тяжелый для нас день и одновременно радостный. Прежде всего, большое спасибо. Спасибо тем, кто нашли память нашего деда Силкина Аркадия Алексеевича. Я хочу сказать, что мы помним и про него, и про всех других, кто погиб на этой войне. Поэтому просим, чтобы вы тоже помнили, были достойными этих жертв. И самое главное, не только защищали при необходимости нашу Родину, но самое главное, не допустили впредь войн и подобных жертв. Поэтому спасибо большое вам. Павшего бойца Будкова Захара Федоровича и представители поискового отряда «Искра» Петр Гудков. Уважаемые родственники Захара Федоровича, забыл вам передать его личные вещи. Ложку, подписанную им, по которой вы ее познали. Найден он был 7 мая прошлого года в Вороновском поле вместе еще 4 бойцами. К сожалению, неизвестно. Спасибо вам за то, что вы смогли приехать, за то, что вы помните и чтите своего деда, прадеда. Чтобы память эта никогда не заканчивалась. Продолжение вашей семьи. Приглашаются родственники павшего бойца Халькова Александра Сергеевича и представители поискового отряда «Сосновый бор». Сейчас все скажу. В первый месяц войны сколько попало в окружение? Под Харьковом, да и в других местах. Вторая ударная. Синяинская операция. Большинство тысяч осталось. Кто там извести? Где? Ну, вы знаете, вот эти
когда Первая мировая прошла, французское правительство нанимало людей в поиску законов. Саша, что есть, что есть. Тут уж будет перебор. Краски нашли, сейчас принесу. Что, все снимаем, нет? Thank you.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на мое лицо, целый свет помнит их лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Вечно им памятник. Знаем, что это не просто, они ушли в никуда. Это те, которые останутся жить в веках, веках. Мы сегодня собрались, чтобы отдать дань памяти наших отцов, вернее, наших дедов, ну, кому-то отцов, кому-то дядя он был. Это вся на, все наши защитники Родины, защищали они нашу Родину. Мы своего деда, допустим, отец искал всю свою жизнь и не дождался, когда вот его останки предали этой земле. Благодаря поисковым отрядам «Искра» и благодаря вам всем, спасибо большое, что вы это делаете, спасибо, что вы приносите во все семьи память. Ну, память это очень дорогая, так что мы вас благодарим. И я еще раз вам кланяюсь. Спасибо. Землю могилы теплом своих рук. Погоди, туда прописка, это еще... После мемориала мы поехали к нашему памятнику. На болото гладкое.
сигаретку положите. Ложки бросайся, блядь. И пар! Куча мала! Куча мала! Мало что ли? Мало! 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 Дави сверху! Много кирпичей сделали. Слабовато было. Да, все наваливаются на одного. Он делает так, раз, и все разлетаются в разные стороны. Вот это, может быть, это, Игорь, постановку сделаем, пока народу много? Давай. Ну так, короче, надо. Кстати, делать. давайте. Короче, смотрите, идея в чем. Короче, я падаю. Все ложатся так. Я хотел это предложить. Вот это прикольно. Саня, ну ты че, блин? А че? Ты короче ложись. Смотри, нет, подожди, стой. Я как бы не ложусь, я как бы вот как присаживаюсь, бы а вы так сверху наваливаетесь, и я делаю так, раз, в разные стороны. Давайте, давайте, давайте. Вы не наваливаетесь, а просто... Можно вам... Давай. Переместитесь сюда, вот в эту сторону, да? В тенечек, да. А девчонки, Да-да-да, все участвуют. Да мы не уйдем! Мы не! Давайте, давайте, девчонки, давайте. Давай, парни! Стой, 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 стой! Больше народу надо, больше! Еще, еще, еще! Ну подойдите, народ! Давай, парни, мать! Ничего себе, такие кости! Давай!
Саня! Падаем за спину! Ничего себе такие кофе! Давай! Димон! Снято! Так, а теперь самого маленького. Давай. Похоже, это парни серьезно. Ура! Ура! Вот это хороший! Прям в ногу ранит. Саня? Отлично! Вот это хорошо! Днём победы! Ура! Ура! Блин! Огонь! Раз, два, три. Одна вторую сбила. Да. Ух, какая волна ушла, да? Да? Вообще просто туда. Давай, последний. Она просто туда перевалила. Ура! Ура! Ура!